Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые зрители! Союз Онлайн работает в прямом эфире в студии Дмитрий Шакуров. Сегодня канон великого праздника – День Победы. Сколько о нем спето, написано, сказано. История Великой Отечественной войны насчитывает десятки тысяч свидетельств и воспоминаний, и, конечно же, литературных произведений. Одно из них мы хотели бы предложить вашему вниманию. Это «Радостное письмо из блокадного Ленинграда». Относительно истории появления на свет этого текста мнения расходятся, и мы не знаем точно, был ли он написан во время Великой Отечественной или уже после нее. А в любом случае, сам факт существования трогающего душу и сердце радостного письма никто не отрицает. Как невозможно отрицать факт блокады Ленинграда и великого подвига его жителей, вставших на защиту родного города. Удивительное. Радостное письмо из блокадного Ленинграда. Только вчера послала тебе, мой мальчик, письмо. А сегодня вечером пишу снова. Знаешь, Пашенька, я давно хотела написать тебе радостное письмо. Думала, что так и не смогу. Смерть папы, бабушки, Валечки. Казалось, ничего в жизни не обрадует меня, кроме встречи с тобой. А сегодня был день чудес, радостных, нежданных. Поверишь, я была на праздновании дня рождения Пушкина. Музей был закрыт с начала войны, и вдруг получаю розовенький листочек – приглашение в музей. Пришло 8 человек из близлежащих домов. Выступали Вишневский, Имбер и Николай Тихонов. С какой пронзающей душу верой, Вишневский сказал: «Голод уйдет. Поверьте, мы победим». Имбер читала память Пушкина. На бюсте Пушкина был венок, настоящий, из живых цветов. А я вспоминала, как малышом ты потерялся в музее, и я с трудом отыскала тебя у этого самого бюста. Ты тогда сказал: «Я с каменным дядей гулял, помнишь?» «Знаешь, сынок, нас было 8 человек всего, но мы были в центре вечности и бессмертия. Жизнь будет, она бесконечна. Дом Пушкина не пострадал, бомба упала в мойку и не взорвалась. Есть в мире места, неприкасаемые, хранимые свыше. Я, Пашенька, пока не очень хорошо хожу. Только не волнуйся, ничего серьезного. А из дома Пушкина пошла первый раз на стрелку. Силы появились. А день какой сегодня чудесный. Солнце, нежная зелень деревьев. Ах, какое чудо! Ты не представляешь. Румянцевский садик разбили на квадратики под огороды, а на набережной разрыхлили газон для цветов. Милый, меня так взволновал запах парной земли. Я целыми пригоршнями подносила ее к лицу и до головокружения вдыхала ее запах. Запах жизни. Господи, скоро я увижу цветы. Павлик, какие у нас люди! Город, в котором сажают в блокаду цветы, победить нельзя. Вернулась домой. Зашла Зинаида Васильевна. Рассказала, что весь персонал их детского дома собрался, чтобы посмотреть драку двух мальчуганов. Представляешь? Они дрались. Женщины плакали от счастья. Дети молча лежали, только с трудом начали вставать. И вдруг дерутся, и не из-за еды, а свои мальчишеские отношения выясняют. А жил маленький народ,
Победа? Еще какая победа? Вечером у меня стала кружиться голова. Тетя Дуся, бывшая лифтерша, помнишь ее? Говорит, от слабости, Алексеевна, поди долго не протянешь. А я ей от радости не поняла. Посмотрела, словно я умом тронулась. А я, Павлик, поверила сегодня, что у нас будет жизнь. И ты вернешься, сынок. Я это знаю. Знаю. Только не узнаешь ты нашей квартиры. Сожгли все, что горело. Даже паркет. Ничего. Доживем. А вот твою комнату не тронули. Там все так, как было. Даже листочек с блокнота. И карандашик, оставленный тобой на письменном столе. Мы с твоей Лёлей, чудесная девочка, часто сидим у тебя в комнате с тобой. Твоя Лёля давно мне дочь. У меня никого, у нее тоже. Один свет на двоих. Твое возвращение. Без нее, моего ангела-хранителя, я эту зиму не пережила бы. Теперь-то точно доживу. И внуков понянчу. Не выдавай меня, сынок. Лёля рассердится. Но в такой особо счастливый день проболтаюсь. У каждого ленинградца есть сумочка. Баульчик с самым ценным, с которым не расстается. А знаешь, что у Лёли в сумочке, кроме документов и карточек? Не догадаешься. Узелок со свадебным платьем и туфельками, которые ты ей купил 20 июня 41 года. Голодала. Она хлеб не поменяла. Знает девочка, что наденет свой свадебный наряд. Волшебная наша девочка. Видишь, сынок, получилось у меня радостное письмо. Будем жить, Павлик, уже втроем. И внуки у меня будут. Красивые и добрые, как ты и Лёля. Целую тебя, мой ненаглядный мальчик. Кровиночка моя, надежда, жизнь моя. Береги себя, сынок. Мне кажется, что прожитый сегодня счастливый день – Божье знамение. Твоя мама. 6 июня 1943 года. Вера Алексеевна Вечерская умерла 8 июня 1943 года. О ее смерти Павлик узнал через полгода. Радостное письмо матери хранил всю войну в кармане гимнастерки вместе с фотографией Лёли. Фронтовые друзья не однажды просили прочитать это последнее радостное материнское письмо. И обязательно кто-то вслед за Верой Алексеевной повторял: «Будем жить! Будем!» Павлик вернулся. Они с Лёлей поженились. У них самих есть уже и внуки, и правнуки. И еще, кроме обычных праздников, в их семье есть праздник радостного дня, дня чудес радостных и нежданных. Маршрут их праздничной прогулки тот, который в предпоследний день жизни шла Вера Алексеевна. Мы продолжаем наш разговор о Великой Отечественной войне и о городе, который выдержал 872 дня блокады. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибло от 800 тысяч до миллиона мирных жителей. И около миллиона воинов Красной Армии и военно-морского флота положили свои жизни за свободу северной столицы. Как точно написала Ольга Федоровна Бергольц, и каждый, защищавший Ленинград, вложивший руку в пламенные раны, не просто горожанин, а солдат, по мужеству подобный ветерану.
По ледовой дороге жизни в осажденный город доставляли продукты, вывозили раненых, женщин, стариков и детей. Это была единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, связывавшая блокадный Ленинград со страной. Я стою, смотрю, в стылый зимний мрак. Освещает ночь ладожский маяк. Хоть и нет в душе для тоски причин, чудятся порой всполохи в ночи. Мысли вороши, будто бы в бреду. Караван машин на весеннем льду. Среди них есть ты, изможденный весь, вышедший опять в свой блокадный рейс. Курс на Ленинград через тонкий лед, и нельзя назад, можно лишь вперед, можно лишь уйти к Богу босиком, если по пути трассером стекло, взрывы тут и там, дыбом лед встает, караван машин набирает ход, ты с собой рвешь вражье колесо. Скалит смерть в окно тощее лицо. Мечется в груди метронома стук. Город ждет муки, одурев от мук. Может, в этот миг где-то у станка выронила ключ детская рука. Вспышка за стеклом, мессер с неба бьет. Вот передний встал и пошел под лед. Котелки звенят, сотни бубенцов, справа полынья, вплоть до зеленцов. Сколько вас таких, тех, кто уходил, так и не узнав, кто же победил. Под сомнение вихрь просто жал на газ. Это ты моих сохранил и спас. Не прорваться мне через снежный бред. Разделяют нас семь десятков лет. Лишь хочу, чтоб знал, ты в своем раю. Я из-за тебя здесь сейчас стою. Дорогие союзники, это была программа «Четверть часа». Уже сегодня, в канун Великой Победы, в храмах совершается поминовение воинов и всех пострадавших в годы Великой Отечественной войны. И заупокойные молитвы звучат вместе с победным «Христос воскресе». Благодарю за внимание. Сегодня еще увидимся.